Всем привет! 13 ноября Ярополк, не изменяя своим традициям, приехал в Купиль. Сегодня у нас мало народу, всего 4 человека, потому что большая часть клуба на соревнованиях. Сегодня, 13 ноября, в России отмечается День войска радиационной, химической и биологической защиты. Искренне желаю, чтобы эти войска как можно меньше работали в будущем. Ну, а мы окунемся в честь Дня РХБЗ. Тут ты будешь умнее, спорт место грязи позволит создать прочные социальные связи. Общее дело, правда для каждого своя. Кто-то из тумана вышел, кто-то что-то от кого-то слышал, а? Жизнь главная ценность, и что тебе вдруг потратить ее на нелепый досуг и сколотых рук. В тебе растет сила, рождается свет. Ты сам выбираешь по жизни счастливый билет. Только тебе предстоит выбирать свое место по жизни, плыть по волнам или остаться на пристани. Всех поздравляю с Днем войск РХБЗ. Желаю вам, чтобы в будущем вы... Чтобы вообще вы в основном не работали как в будущем, так и сейчас, потому что химическая война – это плохо. Всех с Днем РХБЗ. Давай, молодец. Отлично. Всем мира и силы. Это твой выбор. Это твой выбор.